Привет всем любителям драм! Предлагаю прослушать обзор турецкому сериалу «Сокровенное». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Турецкий сериал «Сокровенное» — это летняя драматическая новинка 2019 года, которая транслируется на телеканале АТВ. С первых серий телепроект был хорошо принят зрителями, о чем говорят хорошие рейтинги. Многие поклонники сериала отмечают сильную сюжетную линию и прекрасный актерский состав. Тысячи зрителей, как в Турции, так и в других странах, с большим интересом следят за развитием событий и судьбами главных героев. Главная героиня сериала – Джейла, которая живет со своими родителями и тремя сестрами в бедном квартале. Несмотря на свою бедность, семья живет счастливо. Джейлан безумно любит Омера. Пара мечтает сыграть свадьбу. Омер – сирота, у которого в жизни есть только женщина – мама Хаджи, которая его вырастила. Джейлан и ее соседка Айтюль устраиваются на работу в большой богатый дом – Перьял Танбай. Здесь она встречает избалованного парня по имени Тайла, который привык получать все, что захочет. Когда он пытался приставать к девушке, он схлопотал звонкую пощечину. Именно после этого в жизни главной героини начинаются неожиданные приключения. Главные роли сыграли Арас Айдын, Биран Дамла Юлмаз, Озгюр Чевик, Нихан Бюйкагач, Симге Симчук, Зухаль Денжер Эркая, Рейза Акын.